Казаком ты можешь и не быть, но саблю правильно держать обязан. Представители детско-юношеской школы «Спас» провели ликбез для учеников Запорожской школы-интерната «Ориентир». Детей с проблемами зрения научили азам фехтования, показали, как должен выглядеть настоящий казак, и устроили мини-концерт народной музыки. Таким мелодиям в свое время подпевали легендарные запорожские гетманы. Сейчас современные казаки знакомят с народной музыкой школьников. В рамках благотворительной акции члены конфедерации «Спас» устроили своеобразный тур по городским интернатам. Приносим те знания, те крупицы знания, які дають їм змогу відчути себе українцем або українкою. На жаль, зараз такий час, що треба відстоювати українське і мистецтво, і культуру, і багато чого. І ми повинні відстояти нашу Україну, щоб вона була незалежною. Ми навчаємо дітей любити землю свою, вміти її боронити від любого ворога. Об азах самозащиты спасовцы тоже не забыли. Тренировку с казацким колоритом устроили прямо в актовом зале интерната. Поднимаем на уровень плеча, смотрим, чтобы никого мы не зачепляли. Ведем вперед, такую бисенку малюем вперед. В первом ряду семиклассница Настя Бордун. Говорит, у казаков всегда есть чему поучиться, причем не только фехтованию. У них очень богатая культура рукоделия, гончарство, вязание, вышивание. Вот хотелось бы такому очень даже научиться. Много рассказывали интересно о культуре, нарядили нас, подарили подарки, нам сделали очень хорошие. В интернете говорят, таких визитов здесь всегда ждут с нетерпением. Педагоги объясняют, это нужно, чтобы дети с особыми потребностями жили так же активно, как и обычные школьники. Завдяки таким зустрічам, у тому числі, ми виховуємо свідомого громадянина України, який розуміє, що не можна залишатися простим отримувачем соціальних пільг, що треба самому бути людиною потрібною для суспільства, допомогти зрозуміти, в чому можна бути потрібною для суспільства, в чому взагалі полягає щастя людини. В інтернат «Орієнтір» казаки Спаса їздять уже не перший год. Каждый раз стараются удивить ребят чем-нибудь новеньким. Обещают, в следующий раз тоже подготовят необычную программу.